Это адаптеры, в общем, на 1,9 долларов. Вот номер, вот цена самая. Сейчас скроем. Первый и второй. Тут на этот раз пупырочка есть слабенькая, но есть. Так, один провод перебит, но это ничего, даже не один, даже несколько. Но это ничего. Это ничего. Сейчас мы будем тестить их через гипертерминал. Сейчас начнем тестирование. Включаем первый. Сейчас надо замкнуть, короче, зеленый и белый провод на них. Раз. Два. Замыкая этот провод, мы активируем протокол связи на самом устройстве. И благодаря чему проверяем его. Сейчас надо еще на компе посмотреть. Это самое... Какой он тут этот, как он называется в комах? Вот. Тут тестим на XP. Оборудование. Оборудование, диспетчер. Так, вот у нас ком 23. Первый ком 23. Второй сейчас тоже подоткнем. Ах ты, зараза, второй сюда не влезает одновременно, ладно. Ком 23. Теперь открыли гипертерминал. Это стандартная программа Windows. XP находится в связи. Ну, короче, вот проводник. Тут все программы. Тут тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стандартная связь. И вот тут гипертерминал. Короче, мы его открыли, запустили. Тут файл, свойства. Параметры. О, не то, не то, не то. Вот оно. Подключаться через. О! Вот наш ком23 уже появился. Жмем ОК. И теперь, если мы что-то пишем, то это пишется тут. Если провод разомкнуть, вот так вот, то уже ничего не пишется. Один работает. Сейчас также второй проверяем. В моих адаптерах это провод белый и зеленый. Если замкнуть красный и черный, то будет, скорее всего, замыкание, погорит адаптер и, возможно, ноутбук. Сейчас также, поскольку у нас новый комп появился, скорее всего, их в устройствах не надо искать, он здесь уже есть. Так, выходим, походу, из этого счастья. Идет сеанс связи, прервать его, да, прерывается, запускаем заново. Трен-трен-трен, стандартная связь, о, блин, стандартная связь, гипертерминал, просто отмена, файл, свойства, и выбираем наш опять ком23. Ну-ка, тоже все замечательно работает. Если провод разомкнуть, сразу ничего не работает. Адаптеры оба нормальные. А, да, забыл сказать. Заказал я его 2 января. Пришел он 21 февраля. Это получается за один месяц и, грубо говоря, 19 дней. За месяц, короче, пришел. За месяц и 19 дней, да. Ну, вот тут еще он открыт до сих пор. Так что вот так вот. И да, это самое, ребят, это, ну, нормальный магазин. Я в нем уже второй раз по две штуки заказываю, и все пришло. Вот магазинчик такой, короче.